Всем привет! С вами Константин, и вы на канале Мережка ТВ. Сука, как в майке. У нас жарко, одел майку, а микрофон стал дальше. Смотрите, что я нашел. Если мне не понравится этот звук, мне, наверное, что-то придется делать. Помните, мы разговаривали со всякими людьми, и вот я на карте глянул, мы же ближе вот к этой Вере, да, приходим. Вера – это вот регион Веры. И вот мы разговариваем, вот перебежчик, а мы вот находимся, вот перебежчик, это еще один схрон, вот мы с Нарика. Нет, не Нарика это. Ну, короче, мы разговариваем с людьми, и вот эти вот все штуки, лесопилка, барон, да, вот они появляются, они потом у нас всплывают. Поэтому, наверное, мы здесь несколько задержимся, сейчас это сделаем, это, вот это, ну и, короче, по плану. Я переберусь по-бырому. Вызывальщики звали меня к себе, но это не мое. Вызывальщики звали, а что у нас тут, самолеты или машины, что-то есть? Так, а где он? Вот он. Говорили, что там есть перебежчик, и он где-то там скрывается. Так, а где он? 500. Машина есть. Вот этот только бус. А, я понял, мы на ферме. А мы можем он на тракторе. А чё нет? Надо какую-то подставку под микрофон придумать. Я ж не могу все время кукушку опускать. Ну, в футболке нормально, в футболке микрофон повыше. А вот когда в майке, ну, сейчас говорю, ну, жарко, у нас нормально так топят. Тем более, что я ж тут бегаю в игре все время. Что-то хоть бы не перевернулся. Стрелять меня учила бабушка. Я был мелкий. Своих детей начну учить не раньше 5. Так. Помощник, послушай. Есть новости. Сектанты окружили трейлерный парк. Они думают, что мы похитили перебежчика и хотят спасти его любой ценой. Наши люди в ловушке. А, мне надо было, наверное, по-тихому, да? Ну да хер с ним, че первый раз, блядь. Что за детский сад? Обстрел заказывали! А, он уже без меня там, блядь. Ну так гаси! Отлично! Ну, на тракторе мы уже не ворвемся. Захватите трейлер. А, блядь. Нихера себе. Трейлер это... У нас что такое трейлер? А. Вот спасибо это? Тебе за все. Правда. Если он хочет покинуть врата Эдема, поможем ему. И шо ему? Так а шо мне надо защитить? Гасим. Сейчас
сейчас. Если бы кто-то еще корректировал, было бы вообще прекрасно. Оси, оси! Нет, так, блядь, неинтересно. Ну как, нормально, конечно. Все равно ж это доп задача. Вот так вот. Да, это, конечно, чересчур, блядь. Но тут есть у нас аптека. Он кричал, бонзай. Я забрал всех, кого смог найти. А, это нет. Они встретят тебя на пристани, это недалеко. Ну так а что мне делать? Отнесите, нихуя себе, блядь. Не дайте им забрать меня. Сопротивление уже в пути. Доставь перебежчика к ним. Уведите меня. Хотя что-то мне его жалко стало как-то. Ну я ж старенький уже, и мне... А я не могу взять. Я нашел! Становится. Хорошо. Покиньте лодку и защитите область. Подставить вторую щеку – это мудро. Молодец, помощник. Мы показали, что готовы принять тех, кто сбился с пути. Их будет больше. Твоя помощь незаменима. Да поможет тебе Господь. Навести меня в церкви при случае. Помолиться никогда не помешает. Не забывайте, единственный путь к миру – это... Хотели убить Иоанна. Вот у таких вот спрашивал опять я. Опять эта девчонка Скайлор. Она не будет в безопасности, пока ловит своего адмирала. Надо, чтобы с ней кто-то поговорил. А потом они где-то появляются эти. Ну, можно, конечно, сейчас персонально. Но я не хочу. А ты что? По слухам, у каждого из сидов есть свой бункер. Тот, что принадлежит Иоанну, должен быть где-то в долине. Угу. Назовем долину. Так, это можно убрать. Это у нас Скайлер, да? Это, блядь, вдова. Это у нас какая территория? А, это другая территория. Нет, туда я не пойду, потом будем там разгребаться. Слышать, а мы остров освободили, получается, каким-то... А, мы с него начинали свои путешествия.
Что-то я туплю. Давайте тайник. Может, там будут серебряные вот эти вот кристаллики. Что-то я замешкался. Нам только проплыть, да? Отмена стоять. Давайте сюда. Он был машинку. Вижу цель. Магаз. Можно было хотя у того забрать моток этот, да? А ну давай на это. Тоже, наверное, будет управление задроченное такое. Да, такая девчачья. Иногда я думаю, сколько еще я смогу выдержать. Черт, не можем... Это как в киберпанке, да? Так, а что нам дорогу не показывает? Так, а нам сейчас налево... Это невыносимо. Да, в таких машинах, конечно, управление. Тем не менее, приехали с горем пополам. С Божьей помощью помолясь. Нечего. То партизаны. Ладно, пусть партизаны там разгребутся. Или они не могут без меня, да? Вообще непонятно, куда стреляю. А зачем сектантам нужен самолет? Где там летать в этом сраном бункере? Что пишут? Так, мы с друзьями грабанули тайник эдемщиков, припрятали снарягу под опорами моста, только без кошки. Только без кошки туда не попадешь. Ну, у нас же есть кошка. Вор у вора. Вор у вора. Я ж разбился, у меня каким-то образом не сработал парашют. Поэтому, наверное, придется слазить, да? Узнайте, в чем дело. Я прикрою, я задержу их. Ничего не понял. У вас что-то много сегодня. В принципе. Ну, это войдет в учебники. Хорошо, что. Ага. Ладно, надо как-то каким-то образом спуститься. Поняли, я прыгнул отсюда, а парашют у меня не раскрылся. Либо не успел раскрыть. А нам надо вот сюда.
Бля, не успею. Не успею. Ты сам себе враг, Буратино. Ничего не меняется. Разве что чуть-чуть. Автостопщики пропали. Раньше было полно. Попали! Так, подождите, я что-то не вижу этот. Наш тайник. А, вот он. И туда, чтобы добраться, надо кошку. И как мне, блядь, сделать? Вот так. А теперь куда? Туда. Сука. Фу-фу-фу. Очко ж не кружка, бля. Воды не нальешь, бля. Кошка опять, да? Раз, кошка. Куда теперь? Сейчас раскачаюсь, сука. Фух. Фух. Куда дальше? Что-то взять. По-моему, они даже не стали искать. Увидели, что снаряга пропала, развернулись. Пришли и наказали моих родных и повесили их здесь. Пришлось пройти мимо гниющих тел, чтобы забрать украденное. Какие, сука, страсти, блядь, у нас. Ёб твою девичь. Получены очки навыков. А, это очки навыков, эти книжечки. Лук не хочу, мне не нравится. С луком. А как теперь выйти отсюда? Все это хорошо. Где-то надо стену выбить. Ну. Так, и что, прыгать, да, прыгать? Сука, я не хотел, блядь. Прикиньте, и мой инвентарь упал. Я не на ту кнопку нажал, бля. Сука. Нахуй. Не хочу. Вот сюда сейчас магазин, и я хочу поменять. Просто пойти по рельсу. Не знать, куда. Ты.
благодарен за помощь. Так, поменял я свой ствол. Теперь повсюду патрули эдемщиков. Надеюсь, никто не попадется. Черт. Бо. Выживать он, конечно, мастер, но война — другое дело. Нужно убедиться, что он в порядке. Великий ведмедика Бо. Так, а мы здесь поделали, да, дела? Квадратики эти. Ну, значит, будем передвигаться на другую локацию. Можно было сюда сразу передвинуться. Здорово! Коли не шутишь, пошли послушаем того. Говори. Нужно проверить, как там Мейбл в своей мастерской. Я-то думал помочь ей, но она начала орать и спустила на меня свою пуму. Некоторым лучше не помогать. Да, собирать вот эти вот надо задания, а потом по ходу их решать. Больше рядышком нету, по-моему, ничего. Значит, поедем сюда. Главное помни, ангелы уже не люди. Ну что, попробуем, да? Насколько эффективно будет. Насколько, точнее, будет тихо. Блять, он за бревно, за этот, за столбик прячется. Отлично. Да, вообще прекрасно. Похеру куда? В голову, блядь. Блядь. Пора вершить праведный суд. Так. Патроны закончились, сука. Давай, вот этот один. Все, хетом. Не один. Один. Вообще легкотня. С таким винтарем вообще легкотня. Так, это проматываем. Интересно. Не, я же хотел в окошко. Тут многие проводили лето в святых небесах. Честно скажу, методы у них были немного старомодные, но не это главное. Так, Вера откроет вам путь, я понял. Сектанты не смогут делать сам блажь. Спасибо тебе, помощник. Я понял. А что-то я уже даже перестал гранаты кидать по ним. Так, а что мне перезарядиться, может, надо, не надо?
Еще какая-то писанина. Нет, это у нас охота, да, охота. А что там на охоте? Нахер нам эта охота? Ты что скажешь? Отличная работа в лагере. Но теперь у нас новая проблема. У нас тут завелась страшная пума. Это необычная зверюга. Вроде один из экспериментов эдемщиков. Живым от нее не уйти. Пуму так сильно накачали блажью, что глючить начинает уже на подходе. Я отправила за ней отряд, но они не вернулись. Наверное, они мертвы. Хочу, чтобы ты закончила дело. Но будь начеку. Эта тварь очень опасна и непредсказуема. Ну да. Ну давайте глянем, где эта пума у нас. Это уберем. Вообще не вижу, блин, доп. Задач никаких. Вот это? Нихера себе. Ну ладно, доберемся, пусть висит, правильно? Правильно. Вот, может, ты слышал. Если вам нужна защита, приходите в тюрьму округа Хоуп. Все, хорошо, туда мы и пойдем. Ну, наверное, потому что так часто бывало. Вера отведет тебя в туман. Мы припрятали кое-что за водопадом у мельницы мертвеца. Механизм старый. Да и от сектантов пострадал. Но если починишь, то можно остановить воду и спуститься туда. Угу. Сундук мертвеца. Все, все сказали. Еще он кто-то там. А, это писанина. Нет, это карта. Карта окрестности. Пока не пожжем цветы, не сможем почувствовать это место всецело своим. Так, ладно. О, ты из тех, кто хотел арестовать отца. Я из тех, кто хотел просто. Я просто хотел. Вертолет можем вызвать. Сейчас посмотрим, где тут у них. А, тоже далековато. Не хочу. Поехали. Поехали, полетели, точнее, сюда. Ну как далековато? Может, еще что-то потом найдем? Ну, нахер там. Из-за этого сундука, блядь. Куда-то непонятно, блядь. Где враг? Так. А что с этими вертолетами? Самолеты. А это не самолеты. А этот без пушек. Без пушек не хочу. Этот с пушками вроде. Легкий боевой вертолет. Да, легкий боевой вертолет, но у нас нету серебряных слитков. Но это ж наш, да? Поздоровайтесь со своими большими, с большим другом. Взгляните на всех. Свысока разведайте территорию и разнесите врагов в щепки. А это подождите, это ж такой же? Нет, это другое. А давайте на том полетим. На зелененьком. Так, мушка есть? Есть. Или это не вражеский?
Надо слететь, чтобы сразу территорию открывать. Ну, то есть пониже. Но нас пониже могут сбить хулиганы. Вот здесь у нас враги. Вот кто с кем воюет? Доберитесь, убейте врагов. Это тюрьма округа. Нам нужна помощь. ЭДМщики пытаются прорваться сюда. Если рядом кто-то есть, помогите. Значит, в тюрьме наш. Вот, блядь, кто-то, сука, метится в меня. Надо садиться на его. Ну, нормально. Гасим. Эй, салага, слава богу, помоги нам. Да я пока никого не вижу. Так, то наши. Да, я здесь. Нужно оказать помощь! Боже мой! Заклинило! Ты! Нужны патроны! Ты спасла наши задницы! А, это ж этот. Помните? Они все лезут и лезут, никак не уймутся. Или не достали. Этот. Будто разворошили осиное гнездо. Там машины! Черт! Врача! Ты, полезай на ту стену! Ну, в начале игры, помните, там был такой этот, блядь, шериф, маршал и шериф, да? Маршал, так, который говорил, что не занимайтесь херней. Нельзя так близко стрелять. Они у западной стены! Идут к тебе! Запад! Это где? Так а где они идут, блядь? Идут с запада! Я пойду! Делов-то, блядь. А это, блядь, бандит же. Сука. Они внутри! Берегись! Идут к тебе! Блядь, ну его нахер. Так, давай зайдем. Вылечимся. Бля, это ты навскидку гасит. Едет грузовик с горючим! Уничтожь его! Где он едет? Стреляем, не стесняйся! Грузовик, он едет к воротам! Они пробились! Да перебьем, хули их перебивать тут, блядь.
А кому вы гасите? Ладно, пусть пока прибежит, блядь. Ты кто, блядь? Готовимся, скоро будет жарко. Милицейский. Такая. Береги себя! А, блядь, я попал в милицейскую. Ты, блядь, баран, ты и меня. Ля, пидорасы, блядь, ты посмотри, что они творят. Мне что, надо было их гасить? Я что-то не понял. Или я ранил, когда стрелял. Короче, меня начали полицейские, эти милицейские, гасить. Ну, нельзя верить, поняли, блядь, милицейские, блядь. Какую музыку, блядь? А кто тут музыку слушает? Прикрывайте! Кое-кто остался! Добей их! Я вообще что-то никого. А, блядь, у меня ножик стоит. Нахуй мне ножик. Они так быстрее умирают, блядь. Что-то херня какая-то, блядь. Хули ты лопатой своей махаешь против, блядь, маслины? Куда вы стреляете? Вот эти меня, суки, начали бить, блядь. Ну и забили, блядь. Эти ж нажрутся наркотиков, поняли? Ну сейчас что-то поменьше, блядь. В прошлый раз, когда меня убили, их там было... Отлично! Все молодцы! Блядь, как грязь. Пускаюсь! Я иду! Держитесь! Спущусь! Роджерс, сварочный аппарат внутри. Фути брал его последним, ищи. А ты за мной. Тащите железо! Если понадобится, снимите двери камер. Ясно? Тогда за дело! Времени мало! Проблемы? Нет, твари лезли по стене, но мы их сняли. Дверь. Вроде не страшно. Жить будешь. Прижми посильней. Знаешь, я ведь уже собирался в отставку. Думал, будет скучно. Эй, представишь нас, или так и будем болтаться унылым говном? Манеры! А, иди ты, Вёрджил, не до того. Говорил же, грубая речь — это признак... Ты не носишь значок! Нет, я не ношу значок. Надо подсчитать потери. Но мы же пумы! Вообще-то нет. Смотри, я ношу значок. И шериф тоже носит значок. И это... Простите, кто это? Один из моих помощников. Ты же говорил, что их всех схватили. Почти всех. А как же это? Говорят, она заставила эдемщиков попотеть. Вот как. Что ж, тогда впрягайся. Халявщики нам тут не нужны. Трэсси хорошая, вы подружитесь. Кстати, она права. Дел у нас тут хватает. Поспрашивай. Рад, что ты с нами. Это бухгалтер, наверное, какой-то, блядь. Или завхоз.
Ну ладно. Да, завхоз скорее. Ты отлично себя показала в тюрьме. Помощник, может, это не мое дело, но тебе стоит поговорить с Вёрджилом. Он однажды Вера уволокла меня в глаз. Очнувшись, я не могла понять, где оказалась. Похоже, что не год, а больше ограничений. Масло баклажана, да? Масло баклажана. Что пишут? Блокнот ветеринара. Полевые испытания подтвердили мои опасения. После передозировки сознание уже не восстанавливается. Не забыть потом написать подробный отчет. Надо продолжить исследование. Вылечить ангелов я не могу, но может для них можно сделать что-то еще. Или для нас. Я понял. Ветеринар решает проблемы наркоманов. Сюда. Вере нельзя доверять. Что, говорит? Честно говоря, не думал, что увижу тебя снова. После аварии я помню туман. А, как раз. Поля. А потом я увидел ее. Ты ведь тоже ее видела, да? Все, что она говорит, все, что обещает, это все ложь. Держись от нее подальше или кончишь как маршал. Блажь стирает воспоминания. Освобождает. Хочется остаться в ней навсегда. Но это ложь. Все ложь. Если бы Вёрджил и Трейси не нашли меня, я бы остался там. В море блажи. Узник собственного разума. Они спасли мне жизнь. Пумы. Они хорошие ребята, но уже на грани. Мы должны им помочь. Больше некому. А вот еще что. У нас есть доктор. Ну, ветеринар вообще, но он старается как может. Пару часов назад он исчез. Никто не знает, в чем дело. Поищи его, ладно? Ну, вот этого ладно, вот этого еще. За последние два дня пропало несколько людей. И насколько мы знаем, они не в блаже. Говорят, одна из приближенных к Вере держит какое-то место. Откуда они возвращаются? Пытки, утопления, жертвоприношения. Те, кто не прошел путь веры, попадают туда. Похоже, у нас серьезная проблема. Кто-то должен узнать, что там творится. Кто-то, кто может постоять за себя, если слухи подтвердятся. Береги себя, салага. Во, видите, сколько мы заданий набрали? Кто бы мог подумать, что тюрьма станет оплотом сопротивления? Кажется, шериф знает, что делает. Я видел Трейси, она себе на уме, а Вёрджил, ну, Вёрджил есть Вёрджил. Не парься насчет политики. Делай все, что в твоих силах. Будем на связи. Так, это где я? Нельзя было выпускать семью из бункера. Короче, я что сделал? Я вот этот сейф взорвал. Ну и все прибежали, типа я ж этот саботирую, да, или что тут? Ну, короче. И... Ловко ты провернула все в тюрьме. Взять. Ну, враг я, поняли? Друг сказал мне, что в мотеле Флайшоп делают блажь. Если пумы смогут прикрыть это местечко, сектанты здорово разозлятся. Видите, как тут все интересно. Не, игра шикарная. Начнем с того, что она длинная. А что у них в магазине? Может, у них стволы есть какие-то другие, да? Ну, такой у меня есть ствол. Или почти такой. И не надо платить серебром. Вот этот автомат бы я, наверное, ем. Наверное. Вектор, да? Вектор. Ну, там скорострельность. Я не люблю вектор. Там скорострельность дикая. Просто дичайшая. Дичайшая. Я не люблю такие стволы. Которые, что? Ну, у них то же самое, я смотрю, да? То же самое. Ничего нового. Ну и хер с вами, уроды. Жлобьё, блин.
Так, давайте сделаем еще одну задачку, та, которая нам по силам, и рядышком. Это кто у нас? Это Акула. Мы запланировали пикничок для наших одержимых друзей в трейлерном парке. Ну, давайте откнем к Акуле. Какула. Это второстепенно, а потом будем решать. А, это Шнарик тут, доктор, блядь. Хорошо, а машина тут есть? А, нахера? Вот, рядом есть кто-то. Нахера мне кто-то там? Или это не... Это просто с ней поболтать. Да? Салага, для тебя есть работенка. Ну... А, да. Ты уж прости. Нехорошо тогда вышло, да? Спроси, кого хочешь, если надо впахивать, я первая. А вот с общением... Ну... Пока не очень. Давай забудем, ладно? Давай быстрее. Команда у нас отпад. Все сильные. Мало ли что ждет нас за теми стенами. Надеюсь, Эрл в тебе не ошибся. Мы все думали, как сломить врата Эдема. Начинать нужно с Веры. Ну, так она себя теперь называет. Видишь ту статую на холме? Ну, конечно, видишь. Как ее не увидеть? Иосиф Сид. Отец. Люди Веры строят это убожище в качестве места паломничества. Видела? Жалкие ублюдки будут ходить сюда с троем. Жуть. Надо разрушить эту статую, чтобы они поняли, их отец не бог. Он просто человек. Что скажешь, Салага? Сделай огромную дыру в этой хрени. Кстати, у меня вот эта мысль была. Помните, когда мы еще летели на вертолете в начале игры? Да не за ша, не за ша. Вы мне хорошо платите, я делаю свою работу. Как мне попасть там к вертолетной площадке, блядь, лучше расскажите. Прыгать я не хочу, потому что я тут очень плохо заканчиваю, когда прыгаю. Блядь, придется, да? Потому что там еще одна задачка. Как бы не пришлось задачки только в этой серии понабирать. Ну поняли, мы наберем задачи, потом будем их решать по ходу, где двери. Что, не все с другой стороны? Главное, ни в коем случае не пробуй блажь. Да мне никто и не предлагает. Ты тоже видишь? Блаш вашу. Они захватили наш резервуар. А тут нормальная такая база у них, да? Вот. Помощник, это... есть время поговорить? У нас есть важное дело. Остановить Веру. Она забрала у меня все. Мою работу, мой брак, моего сына. Все из-за блажи. Ты одна из нас. Ты Пума? Мы помогаем друг другу. И мне нужна твоя помощь. Знаешь, где вода честная станция? Сектанты сливают туда эту дрянь. Представляешь? Льют блажь в питьевую воду. Они просто чудовища. Ну, пришла пора ей за все ответить. Скажу прямо, надо этому положить конец. Что думаешь? Так, ну отлично. Хорошо мы тут понабрались. Всего. И тут мы надолго. Что у тебя там написано? Я не пройду, да? Да и хер с ним. Я уже, блядь, устал читать. Во-первых, не совсем хорошо я вижу, а еще и буквы такие, блядь. Еще и читать для кого-то, блядь, мои 60 лет, блядь. А вот дверца у нас. Сейчас, может, поменяем свои планы. Глянем, что ближе. Не, ближе у нас ничего нету. Но все равно, видите, как мы пооткрывали. Сюдым задачка, блядь. Сюдым задачка. Сюдым, сюдым, тудым. Хотя вот это ближе всех. Но это второстепенно. А судья Пуму, блядь. Еще помните, Пуму надо завалить.
Так что, на машине рванем или на вертике? Я думаю, на вертике это быстрее, а то у нас уже время поджимает. Здесь можно купить вертолеты, блядь, сука. Вот, вот жлобье, вот представляете, да? Я для них жопу рву. Так сказать, в плен попадаю. Отвоевываю территорию, они мне продать. Можно купить, говорит, мы вам продадим. Мы вам, говорит, продадим, уродцы, блядь. Уродцы. Я вам так отдаю. Такое впечатление, что она витает, да, в облаках. Ну, в смысле... Блаш это. Так, нам здесь что надо сделать? А что нам надо сделать? Секунду. Йо, это акула. Мы запланировали пикничок для наших одержимых друзей. А, просто сесть и помочь им. Так, куда мы на этот раз сели? На грибок? Акула. К тебе попасть бы еще, акула. Живым я не сдамся! Стой, ты не арестовывать меня пришла? Извини. Я Карл Великий Виктор Башоу. Ну, если это длинновато для повседневной жизни, зови меня Акула. Это моя адская вечеринка. Здесь я могу быть самим собой, вдали от глаз свидетелей, надзирателя или других легавых, таких как ты. Вали отсюда, чертов коп! Я знаю свои права и ни в чем не виноват. Так, значит... Это моя адская вечеринка. Здесь я могу быть самим собой, вдали от глаз свидетелей, надзирателя или других легавых, таких как ты. Здесь мне ничего не грозит. Я могу дать волю пламени и беспределить без штанов. Пока я еще в них, но мало ли что случится в ближайшие минуты. Моя аппаратура может разгонять до 110 децибел отборного музла. Но от этой музыки ангелы начинают носиться как бешеные. И я не знаю, нравится она им или нет, но отвечаю, выглядит очень прикольно. Не парься, эти ангелы уже покойники. Я просто помогаю им попасть в диско-рай. Хочешь со мной? Будет весело. Обещаю, я никому не скажу. Штаны надевать не обязательно. Я врубаю музыку и огнеметом заставляю их танцевать. А ты возьми... Не знаю, да все что угодно. Сожжем их всех к чертям. Ну. Что это какая-то аркада, блядь. Так давайте, блядь, я себе гранат возьму. Они разозлились! Кажется, они не любят диско. Они с одной стороны идут или сразу? Блять, я на фоне, на белом фоне не вижу свой этот цели. Grateful Dead.
Но эти хоть без стволов. Так, какие-то... Знаешь что, я страх как устал. Сейчас приглушу, отдохни чутка. Ну что, мне коктейли Молотова все время дают, да? Твою мать, сломалась! Я не могу вырубить музыку, они сейчас все сюда придут. Марина, посади мне! Если убери, я отключи колонки! Скорее! А что мне сделать? Это весело, но все не есть предел. Я вообще не иду на сорку. А, не там, не там, да? Не, не здесь, бля. Так а где? Как мне попасть сюда? Ну, блядь, они на машине еще едут. Отлично, блядь, долбанул. Да, кидаются, блядь. Камнями кидаются. А чё я дрочусь, блядь? А, этот ранен. Круто вышло. Вот бы все копы были косы. Что сказать, амиго? Между нами с тобой прям искры бегают. Мы... Да, мы команда. Ладно, проваливай. Будешь развлекаться с ангелами, зови. Так, эти же ангелы все пропали. Сука, вы видите, что тут... Какая-то территория везде у этой веры. Наркота, да? Кругом наркота. Блять, меня арестовали. Блаж ждет тебя. Знаю, обо мне ходят слухи. Говорят, что я лгу, манипулирую людьми, что я одурманиваю их разум. Что ж, я поделюсь с тобой своим рассказом, своей правдой. Жила-была девушка, и весь мир был против нее. В школе ее травили, дома над ней издевались. Она села на иглу. В одиночестве ждала смерти. Потом пришел отец.
дал ей надежду, веру в себя. Отец помог ей понять свою истинную суть, открыть в себе любовь и жизнь. Дал ей новую семью, принял ее такой, какая она есть. И девушка больше не желала смерти. У нее была цель. Однажды отец привел ее сюда. Спросил, верит ли она в него. И сможет ли она умереть за него. Девушка испугалась, ведь она очень хотела жить. Отец сказал, что это испытание. Он поверит в нее, если она поверит в него. И тогда она прыгнула. Отец сдержал слово. Путь в Эдем открыт для тех, у кого есть вера. Иди по пути. Просто прими веру. Что, мне прыгать или что? Написано прыгать. А я особо так не хочу прыгать. Но у меня выбор невелик, я смотрю. У меня ж парашют есть. Я дам тебе цель. Я освобожу тебя. Парашют. Ну хорошо, девочки и мальчики, мы на этом закончим. Момент согласен, интересный, но деваться некуда. Вам всем спасибо за поддержку, за комментарии, за просмотры, за подписки. Ну и всем пока.